Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться новостями о новых образовательных программах. 8 января начинается обучение по теме транзиты. И это неудивительно, потому что транзит – одна из самых востребованных тем после того, как проходятся основы астрологии и натальный анализ. Зная транзиты, вы можете понимать текущую ситуацию, составлять прогнозы, видеть, как будет разворачиваться та или иная ситуация в целом, или применять это к конкретно взятой натальной карте, к своей, ваших клиентов, ваших родственников, друзей и так далее. Само обучение будет проходить в новом формате мастер-группа. Мастер-группа предполагает собой сообщество людей, кто заинтересован в изучении астрологии и хочет максимально погрузиться в процесс. Вот моя же здесь задача как преподаватель не просто передать знания, а именно научить вас, то есть довести до результата. В данном случае, чтобы вы овладели техникой транзитного прогнозирования и смогли ее применять. Также группа предполагает, естественно, общение, дружественную атмосферу и взаимопомощь, где каждый участник будет помогать другому, и я, в свою очередь, тоже буду поддерживать. А у нас будет специальный телеграм-чат, где будет проходить общение во время всего обучения, а во время непосредственно классов будет чат в трансляции на YouTube. Данный формат является естественным эволюционным шагом из моих предыдущих образовательных программ. Также хочу отметить, что изучение транзитов – это первая веха на пути в большой теме в астрологии, которая называется прогностика. И на основе полученных знаний после изучения транзитов уже далее переходит к изучениям остальных методов, таких как дирекции, прогрессии, соляры и знания транзитов. Там, в общем-то, пригодятся и будут как нельзя кстати. И мастер-группа будет в дальнейшем продлеваться по обоюдному желанию учеников и преподавателей. Мы будем выбирать следующие темы, пойдем по прогностике или выберем тему, которая будет интересна всем, и продолжим. Обучение состоит из 4 классов по 2,5 часа. Занятия проходят по субботам и начинаются в 8 утра по московскому времени, соответственно, 8, 15, 22 и 29 января. Классы проходят на закрытой трансляции YouTube, где вы видите окно программы, видео с преподавателем и чат трансляции. Также уже создан телеграм-чат, идет запись, он пополняется участниками. Также же создан телеграм-чат, он активен и функционирует, пополняется участниками, потому что запись на мастер-группу уже идет. После каждого занятия предусмотрены, естественно, домашние задания, которые вы будете делать и присылать мне. И я буду выборочно разбирать домашние задания в начале следующего занятия, чтобы мы уже смогли посмотреть, как мыслят начинающие астрологи, как мыслят ваши сокурсники, а не только смотреть, как я вам рассказываю со своей преподавательской позиции. Вот. И такой анализ домашних заданий тоже очень полезен в образовательном процессе. После обучения вы получите сертификат от моего имени. Ну и, естественно, чтобы попасть в мастер-группу, у вас должны быть знания основ астрологии. Это планеты, знаки, аспекты, дома и натальный анализ. Количество мест в мастер-группе ограничено, всего 15 человек, и, как я сказал, запись уже идет, поэтому если вы чувствуете резонанс с моим подходом, если вы хотите изучать транзиты, то под этим видео есть ссылка, записывайтесь, задавайте свои вопросы и до встречи на обучении.